you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня я вам покажу, как скачать, где скачать и как установить мою топовую сборку для Amazing Roleplay. Я уже сливал сборку, но не все поняли, как в принципе установить и скачать. Кстати, я перезаписываю это видео уже второй раз, потому что тогда не записалась вебка. Я не знаю почему, но, сука, она не записалась. Поэтому давайте наберем под этой серией 100 лукасов, и я сделаю зимнюю сборку для Amazing Roleplay и солю ее вам, потому что скоро зима, Новый год, все дела, и я думаю, это будет очень круто. Я давно уже думал сделать зимнюю сборку, поэтому с вас лукасы, с меня сборки. Итак, сегодня покажу, как установить. Первое — это диски, второе — это текстуры дороги, замененные звуки и анимации. В принципе, 4 такие вещи в моей сборке. Ну что ж, в принципе, погнали. И первое, что я вам покажу, как установить и где скачать, это будут диски. Повторюсь, все ссылки на все будет в описании. Именно в описании под видео на диски, текстуры, замененные звуки и анимации. Все будет в описании под видео. Так что внимательно смотрите. Итак, вы нажимаете вот здесь, скачать, в принципе. И здесь ждете 30 секунд, пока как бы вам выбьет ссылку. После того, как вам выбьет ссылку, нажимаете вот здесь. Нажмите здесь, чтобы начать скачивание. И ждете, пока файл этот вам загрузит. Вот я нажал, и вот такая вот хрень у вас появится. Нажимаете ОК и открываете. Вот, два раза нажимаете, и он открывается. Нажимаете да. Здесь вам нужно выбрать папку с игрой. В моем случае это диск C, папка программ Felix 86. Dark, именно вот эту папку. Итак, у меня Россия, именно папку с игрой. Вам нужно выбрать и нажать ОК. Потом нажимаете далее. Здесь выбираете выборочную установку. Вот это все галочки убирайте, чтобы не устанавливать какие-то левые галимые браузерные ненужные. И нажимаете просто установить. И все, у вас оно установилось. Говорю сразу, это очень важно. Когда будете устанавливать диски, потом текстуры, звуки, анимации, неважно, у вас должен мультиплеер и сама игра быть закрыты. Это очень обязательно, потому что так у вас ничего не установится. Следующее — это у нас звуки. Замененные звуки, они заменяют звуки машины, звуки ударов, дрифта, торможения, стрельбы и так далее. Короче, все много чего заменяет, как бы. Вы нажимаете здесь тоже скачать и ждете 40 секунд, пока он выбьет ссылку. Вот, вам убила ссылку, нажимаете вот здесь скачать, вас убивается, вы нажимаете ОК. Потом вы ждете, пока оно скачается. В принципе, скачиваться оно будет недолго, поэтому можете не переживать. Так, вот, нажимаете, потом вот этот второй файл, тоже два раза его открываете, нажимаете да. Здесь тоже нужно просто выбрать папку с игрой, в моем случае диск C, программ 86, Dark и папку с игрой, вот. Папка GTA Криминальная Россия, просто саму папку с игрой. И нажимаете ОК. И установить. У меня просто оно установлено, но у вас такого писать не будет. И все. У вас оно установилось. Ну что ж, погнали дальше. Следующее, что нужно установить в моей сборке, это текстуры дорог, зданий. В принципе, очень даже неплохо выглядит, вам вроде нравится. Кстати, вот эти текстуры, звуки, диски будут работать на любом проекте, неважно. Amazing и так далее. На всех проектах у вас, в принципе, эти моды будут работать. Поэтому еще не переживайте. Так, здесь вы тоже выбираете скачать. И ждете 40 секунд, пока он выбьет ссылку. Вот вам выбила такую надпись. Нажимаете скачать. Окей. Ждете, пока оно скачается. В принципе, тоже оно качается недолго. И сейчас вам выбьет такую хрень, как у меня. В принципе, все легко и просто. Я думаю, вот, открываете вторую приложение. Нажимаете «Да». Здесь также нужно выбрать папку с игрой. У меня это диск C. Program 86, Dark. И вот папка GTA Криминальная Россия. Просто папку с игрой. Окей. И нажимаете «Установить». И вот так вот. Все, установили. Теперь сейчас я вам покажу, как установить анимации. Напомню вам то, что все ссылочки вы сможете найти в описании под этим видео.
Так что не забывайте, анимацию вы сможете скачать в моей официальной группе ВКонтакте. Ссылка на группу и на саму анимацию будет еще в описании, если не увидите ссылку с анимациями, хотя она будет вверху, чем группа, короче, ну, вы поняли. Вот, анимации эти, вот этот пост, в принципе, я ссылку на него оставлю тоже, все ссылки будут в описании, чуваки. Просто смотрите описание, и все. Что вам нужно сделать? Вы нажимаете просто вот этот файлик, чтобы его скачать, нажимаете вот так вот, и он у вас скачивается, как у меня это, в принципе, вот произошло. Вот, он у меня скачался. Потом открывайте папку, где он находится. Что вы делаете потом? Так, вот вы скачали, в принципе, и теперь выбираете папку с игрой. У меня тебя программ Felix, так, Dark и GTA Online Россия. Вот папка с игрой именно. И выбираете вот эту самую первую папку, аним. Что потом дальше вы делаете? Видите, здесь есть стандартный файл, это стандартный файл криминалки. Вам нужно что сделать? Я уже, кстати, изменил просто уже. Вам что нужно сделать? Берете этот файл, перетягиваете его сюда и нажимаете заменить и продолжить, в принципе, если у вас будет писаться. И все, у вас все готово. Напомню, все ссылки будут в описании, и чтобы установить все эти сборки, так сказать, всю эту сборку, у вас должна быть игра и мультиплеер закрытые. Но думаю, в принципе, я вам хорошо объяснил и показал. С вас записано это 100 лукасов, и я сделаю зимнюю сборочку, я думаю, это будет очень даже круто. Теперь я вам покажу, что, в принципе, изменено. Вот такие вот диски. И они все заменены, в принципе. Вы можете поставить и в тюнинге вот такие вот диски. И еще вот такие вот, для примера, диски. И некоторые диски красятся, в принципе. И это очень круто выглядит. Так что ставьте себе мод на диски. И вообще будете прям четкие пацики на вот таких вот катках ездить. Прям в цвет, я думаю, выглядит четенько. Теперь замененные звуки. Сейчас вы, в принципе, услышите звук Мерседеса. Вот такой вот был звук у Мерседеса. В принципе, я вам показал для примера. У многих машин, почти у всех, заменен звук. Поэтому, в принципе, тоже скачивайте заменку на звуки. И сейчас я покажу вам звуки замененной стрельбы. Так, вот звуки замененной стрельбы. Вот еще другое оружие. И вот еще одно оружие. Сейчас я вам покажу, как заменены анимации, в принципе. Анимация прыжков, видите, заменена. Вот такие вот прыжки, более такие, мне кажется, прикольные. Стойка сама по себе, вот, сейчас. Вот так вот. Ну, сама стойка по себе заменена, в принципе. Потом, что у нас? Вот это заменено. В бок, в принципе, перекачиваться. Вот так идти. Ну, приседки идти тоже заменено. И еще вот так вот. Видите, он перекачивается назад, когда вы нажимаете. В принципе, заменены анимации. И вот как он сидит, тоже заменено. Также заменены текстуры дорог и некоторых зданий, тротуаров. Вот так заменена дорога, в принципе. Вот такая вот дорожка. Прикольно, красиво выглядит. Вот так заменены текстуры. Вот, Анашан вот так вот выглядит, в принципе. Очень даже неплохо, я думаю. Красиво выглядит Анашан. И также заменены тротуары в Южном. Много где заменено. Батырева вроде бы не тронута. Но так по всех трассах, вот такая вот дорожка. У меня не лагает, в принципе, ничего, как вы можете заметить. Поэтому все четенько. Вот такой вот мост красиво выглядит. Я думаю, вам все, в принципе, показал, объяснил.
Кому понравилось, скачивайте, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.